Здравствуйте! О погоде на среду, 7 февраля, расскажу вам я, Карина Воробьева. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам безоблачно. Температура днем минус 11, ночью минус 22. Порывы ветра до 3 метров в секунду. На юге республики будет солнечно. Днем минус 8, ночью до минус 20 градусов. Скорость ветра до 3 метров в секунду. В западной части Бурятии ясная погода без осадков. Днем минус 10, ночью минус 23. Скорость ветра до 3 метров в секунду. В Кяхте без осадков сохраняется солнечная погода. Днем минус 12, ночью минус 22. Скорость ветра до 4 метров в секунду. В столице Бурятии солнечно, осадков не ожидается. Днем минус 13, ночью минус 25. Порывы ветра до 3 метров в секунду. С вами была Карина Воробьева. Всего хорошего.